have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, и мы в прошлый раз с вами именно в этой игре, которая самая Tomb Raider 13 года, остановились на пути в ад. Ну или, по крайней мере, игра нам так об этом сказала, потому что глава называется именно так. У нас есть что поесть. На самом деле, насчет что поесть я не уверен, убивать животных я здесь не хочу, эта фишка мне еще в Far Cry не нравилась, но там нас мотивировали улучшенной кобурой, улучшенным. А здесь наша Лара, вот. What's going on? Макаки какие-то едут, не знаю, что происходит. Наша Лара кушать вообще, в принципе, не просит, она и так, судя по тому, как под ней все ломается, весит... прилично так, а просто для запчастей, для костей, еще для чего-то убивать животных. Сюда! Не хочу. А сюда мне не надо. Тогда сюда. Тихо мы ходить не будем. В принципе, тут стелс такой себе. Не-не-не-не-не, давай так. Я сам. Что ж, мои усилия оправдались. Теперь у меня есть верные помощники, проводники моих идей. Проводники идей. Ха. Волны и ветер привели ко мне именно тех, кто идеально подходил для создания братства солнца. Людей сильных телом и слабых духом. Короче, дурачков сильных, накачанных. Бури сломили их волю, превратили в беспомощную протоплазму. Я же помог им вновь обрести себя, обрести смысл своего существования. Теперь они служат мне, а значит и ей, великой императрице Солнца. Никто не посмеет отрицать очевидное. Это она указывает мне путь, это она повелевает всем, что здесь происходит. Скоро все братья поймут это. Она повсюду на этом острове, она сама этот остров. Но братство Солнца должно расти. Мы наберем столько людей, сколько сможем, и сдадим... Я издам законы, разработаю кодекс, по которому будут жить братья, жить и неустанно, трудиться во имя императрицы Солнца, пока я ищу ключ. Чувак, ты просто тупо ключи потерял, из-за этого у нас вся загвоздка. Пойди под столбиком поищи. Ладно. Белая ткань может гореть. И чё? В ходе каких испытаний? Что я только что сделал, я? Воу-воу-воу, осторожней. Завалил какую-то... белую штуку. Ладно. Never mind. Хватит, а значит, что сразу садится в эту вот такая... У-у-у, тут хорошо. Какие испытания? Вы о чем, ребят? Что сейчас произошло? Ладно, извините, я просто тупо не увидел. Так они же, в общем-то, не живут. Тебе же сказали, они дурачки. Дурачки же, они ж... О, мой Бог! Грэм! Они не смогли сдержать меня. А если мне сюда надо? Да ну сюда ж ты намотаешь, чтоб тебя... Это ж штука для того, чтобы это, да? Нет? Нет, это не для этого. Ты можешь там, пожалуйста, прикрыть пасть?
Что я делаю? Два чучела уничтожу. Что за чучело? Просто палки какие-то тем. Ладно, просто забейте. Чучело. Там наверху что-то есть? Не знаю. Ладно. Поехали. Этого мы лутанули. Это я заберу ли. Это я уползу ли. Зачем ты спрыгиваешь? Понятно. В смысле, вы чё? О, они динамитами бросаются. Как я могу к вам добраться? Вы мне не подскажете, дружище? Ты где? О! Дайте мне веревочку! Да, блин, ты после этого добивания... Тебе? Ну как скажешь, чувак? После этого добивания... А, да-да-да! Прыгни! Что ж ты, как коровы, ты беременная, прыгаешь? Все, тебя взорвали, хорошо, нафиг тебя. Попросил же, прыгни на веревку. Да. Да прыгнешь на веревку ты или нет? Неужели пока я их всех не перебью, не смогу залезть? Ладно, я вас понял, хорошо. Блин, вот эта глава мне реально сейчас... Дробаш, чувак! Успокойся! Ага, с тебя начну. Да, блин, это такой бред. Ну, конечно, давай ты тут сдохнешь, блин. Ну, что ж за вот это вот отвратительнейшее просто место. Не потому, что оно сложное, оно тупое. Что за фигня? Я же в него попал в полете. Нет, блин. Ну вот это сейчас было тупо, но я же попадаю в него. Да иди сюда уже. На, ты нашла время перезаряжаться-то, да? Да-да, блин, вот она после этого добивания долго отходит. Офигеть. Промазал, все, нафиг. Go, go!
Давай патроны. О! Still locked up inside, but I know where they are. Get up here and we'll get them out together. I can't climb up there from here. Ah, damn it. Well, they got some kind of setup for hauling cargo. Maybe you can use it to cover the other side. All right, I'm on my way. Ну, нажимаю И, чтобы подобрать, блин. Не знаю, автомат как был бесполезным, так и остался. Пистолет надо зарядить, потому что, похоже, это единственное стоящее оружие. Смотрите, нажми Space. Нажимаю. Почему это не всегда с первого раза срабатывает? Ладно, короче. Стой, нам тут надо лутануться. Туда лестница ведет. У нас уже опять почти 400 деталей. Мы сейчас сможем что-нибудь сделать. Урона на этом, на автомате не хватает просто катастрофически. Вот, я не знаю, кто, как, что это все придумывал, делал, планировал. Тут расчет... Прыгни, давай уже, вниз. Пистолет тема. Пистолет, но жалко, на него дальше нет улучшения. Есть улучшение на автоматический огонь для пистолета. Не знаю, это довольно бесполезная штука, по-моему, потому что... Хотя, с другой стороны, если автомат такой ложовый, может реально сделать пистолет автоматическим? У него просто и так очень быстро заканчиваются патроны. Мне кажется, что будет гораздо хуже. Патрон будет заканчиваться вообще в 3 раза быстрее, потому что он будет стрелять бёрстом по 3. Вот, и вот тогда будет реально плохо. А патроны на пистолет не дают, если что. Практически. Вот у меня их... Ну, 28. Ладно, хоть кто-то хоть немножечко отсыпал. There! Да-да-да. Угу. Бздынь. Бздынь. Чё ещё скажешь? Ещё бздынь? Давай ещё бздынь. Ага. Ну вылезь уже. Дружище, а как ты живой до сих пор, не подскажешь? Что эти значки означают? Ладно, кто его знает. Тут патроны на дробаш, дальняя перестрелка, патроны на дробаш. Л, логика. Ладно, пофиг. Давайте эту шашлычок обыщем. Что подобрать? 9 патронов. О, здравствуйте. А тут у вас что-то есть. Посмотрим. Металлический инро. Осмотреть, чтобы получить скрытую информацию. Осматриваю. The inside of this inro smells like tobacco. Perhaps this was used as an ancient cigarette case. Тебе не кажется, что если он до сих пор пахнет табаком, возможно, его использовали не древние, а вот эти вот варвары, которые сейчас тут здесь, вот, ну ладно. Нужно ли мне туда? И хочу ли я туда? Хочу, потому что там могут быть припасы. Возьми башку.
вот это вот сейчас было нечестно. Я прямо ему в ноги стрелял. Но, блин, вместо того, чтобы сбить... Иди сюда, вылези. Давай, раз на раз. Да вылазь уже. Давай поговорим. Чем там стреляешь? Последнего я не учел. Ну, блин, они не вылазят. Они сидят, блин, нычатся, ждут. Какого фига? Куда? Зачем? Так, это... Все, короче, успокойтесь, мне тут надо тряпочку поджечь. Это важно, вы не понимаете. Все эти ваши тут война и всякое такое, тут надо тряпочку поджечь, так что... Чёртова мельница. Да ну вот! Все? Хедшот. А, вот это было неплохо сейчас. На секундочку буквально расслабляешься, там отпускаешь мышку или что-то такое, все, моментально складывает оружие, стоит, блин, клювом щелкает. Не знаю. Кстати, туда можно сходить. Зачем, я еще не знаю. Да-да-да. Разве что от стыда. Пройдемся. Мое кунг-фу сильнее твоего. О, здравствуйте, мужичок. Мужичок, чок, чок. Дурачок, чок, чок. Тут теперь трупачок, чок, чок. Так, ну а вон там у нас необычные чувачки есть, надо бы с ними поговорить. Пойти можно много куда, не спорю, например сюда. Что тут? Тут явно что-то есть, например вот это, два тайника. Там снизу, если что, можно тоже забраться. Не знаю, куда я иду. Пойдемте, сходим, посмотрим, что нам тут предлагают. Тут сундучок нам предлагают, между прочим, так что хорошо. А, мы просто это получили, да? Ну, хорошо. Залазы. А, отсюда тоже можно было сюда сходить? Зачем тогда? Ладно, нашли и нашли с другой стороны. Я ж не против. Можно? Давай. Полезли. И здесь у нас... Ну, мельница.
Сейчас почему-то у меня некоторые ассоциации с Dark Souls усилились. Не знаю почему. О! Три тайника, ладно. Ассоциации с Dark Souls. Я же не должен на эту штуку. Тут, ну, вон нам показывают, что вон там есть... Ты так сдохнешь, да? Тут нам показывают, что там есть гробница. Упади. Спасибо. И сюда можно пройти. Спасибо. Сохраняемся. 680 деталей. Вот это сейчас было неплохо. Вот это сейчас было неплохо. Что же я могу улучшить? Двойной магаз сделать могу. Двойной магаз. А, приклад, ну да. Рукоятка помогает стабилизировать оружие при стрельбе. Повышает скорострельность. Да, давайте. Ну, потому что если я не буду качать автомат, то увеличивает отвод газов. Если я его не буду качать, то я не смогу им пользоваться. А мне нужно какое-то альтернативное дальнее оружие. С луком я что-то как-то не очень дружу здесь. Хотя, в принципе, луки мне всегда и везде нравились. Но я как-то пока не вижу себя здесь с луком. Тут, видимо, у нас гробница, которую надо бы расшитить. Че-че-че? Я видел. Тут что-то блестело. Тайничок найден. Хорошо. Ты что, обожглась, что ли? Прикольно. Можно и так. Немножечко раздражает такие длинные переходы. Да, спасибо. Длинные переходы между гробницами и всяким вот этим. Вот, минуточку, а как я назад вернусь? Ладно. Привет, ребят, как сидится? Все у вас хорошо тут, я вижу, да? Можно пойти сюда. Что мне это даст? Это похоже как путь назад. Наверное. Ладно, разбиваем древность и продвигаемся вперед. Нам туда. Вот такое ощущение. Бегать. Да, здесь бегать мы никак не можем. В смысле, ну, мы же обычно-то и не бегаем, мы же на карачках ползаем, поэтому... Да, теперь он даже не говорит, что он так не может делать. Просто ничего не делает. Ну ладно. До черта долгий и скучный переход. Не знаю. Хотели передать атмосферу, а пока не очень работает. Зал сюда, зал туда. The Solari have completely taken over the old places of this island. Чтобы подобрать. Чтобы прицелиться. Чтобы зачем? Что вы от меня хотите? Это что-то горючее, я так понимаю, да? Ну, это лутецкий тут может быть. Да? Ну-ка, давайте попробуем. Что это вообще такое? Привязанное колесо. Не объясните мне, что это такое, не?
Никак? Ну залезь сюда, ну ты же... Понятно. Хорошо, мы их собрали, 3 штуки. Для чего? Для чего это все делается? Не знаю. Сейчас будем думать. Ну вот там пропры... А, все, это просто тупо противовес. Это не канистра, это нифига. Здравствуй, Half-Life. Мне надо их 4 штуки. Я так понимаю. Если там есть 4-я наверху. Я так не зацеплюсь. А как я достану 4-ю? Отсюда? Вряд ли. Понятно, эти доски урона устойчивы, что только не устойчивы, да? А может быть... Ну-ка... Нет, оно сюда не дотягивается, колесико-то. О. Интересное кино. Тут тоже вряд ли. Все, я понял. Сюда мы зацепиться можем, туда мы зацепиться не можем. Вот теперь должны мочь. Зачем ты прыгаешь? Возьми. Все. Теперь эта штука меня выдержит. Нормально. Я бы не сказал, что это самое очевидное решение было бы. Ну ладно. Да, зацепись. Я так понимаю, что на каждую гробницу будет одна загадка, которую нужно строго решить, и ты там. Гробница расхищена, очко найдено. Я очень рад, что нашла свое очко здесь. Так, хорошо. Упс. А, осторожно. Ты серьезно хочешь туда? Ну, поехали. Ладно. Выбираемся отсюда. Какие-то... Я чувствую, что я уже несколько гробниц пропустил, потому что было парочка мест, куда я точно не сходил. Ну, какие нашел, такие нашел. Какие не нашел, ну и как бы фиг с ними. Так-то по-хорошему. Да, теперь на это бревнышко прыгаем обратно. Через эти лужицы-колюжицы. Итак. Бегать мы... Да. Надо аккуратно, медленно плестись. Хорошо. Карта готова, я тебя понял. Да, я выйду отсюда. Карта готова. За счет того, что не получается бегать, за счет того, что эти переходы такие длинные, и в них не получается бегать, в совокупности выше
Воу. Этот чувак явно умер где-то на дискотеке. Он такой, йоу, йоу. Ладно. Итак, сохраняшку нам, пожалуйста. Почти 400. Это хорошо. Очко навыков. Куда мы его собирались там втыбрить? Сбор костей? Не, не хочу. Наша карта будет нанесена расположение всех гробниц. Это минуточку, мне надо 2 очка, что ли, на это? Ну, давайте я поднакоплю. В принципе, я и карты-то не пользуюсь. Ну, пусть будет, ладно. Может, не к спеху, правда? Итак, нам вон туда. Для этого мы сейчас идем вот сюда. Зажигаем вот этот мешочек. Зажигалка-то есть. Не зря ж мы у летчика зажигальку-то сперли. Блин, 400... Я же не посмотрел эти модификации. Акробатка-то фигово слезть. Я как раз сказал, у нас почти 400, а сейчас у нас уже 440. Так что моды-то надо глянуть. Это я скиллы не качнул, а моды надо глянуть. Итак. Опять же на винтарик. У нас что есть? Нам нужна быстрая перезарядка и потом рифленый приклад. Помогает стабилизировать оружие при стрельбе. Да, давайте. И 350 нужно будет на дульный тормоз. А под рабашу у нас что? А в следующий раз посмотрим. Пофиг, все равно сейчас не прокачаем. Зачем на это тратить время? Детали, в принципе, сыпятся. Мы с вами качнули навык, который довольно... Посмотрите, как она ползает чуть что. Вот тут так. Шифта нету. Есть ползалка, все. Добраться по канатке. О. А зачем? А, это они подмогу вызывают. Я мог у них сломать эту штуку. Хм, хорошо. Что-то мы подняли. Я теперь могу ящички видеть, это радует. Канатная дорога, вот что. Стоп, я могу потрошки взять? Могу. Ну, поехали. Прокатимся на этой штуке. За счет чего она работает, я не знаю. Чтобы вот это все работало, на это нужно дофигища энергии, насколько я помню, но... А, он уже ушел, не переживай. Где они? Так, мне надо спускаться. Спускаться, говорю, взяла за... Ты серьезно, блин? До свидания. Ты можешь в эту сторону, пожалуйста, цель? Ладно, в эту. Как скажешь, дружище. Ага. Вы сюда еще пойдете? Не, мне вот что интересно. Вижу. Но стало немножко лучше. Убил. Не знаю, штука все равно
нифига не убивает до сих пор. То есть надо прям реально постараться. Иди сюда. Кто? Ты иди отдыхать, чувак. Там что-то кто-то из автомата зарядил, по-моему. Да, из автомата прям так шарашит. Почему у меня нет такого автомата? О, здравствуйте. Подкрался. А, я его убил. Фига себе. Да ты его не спасешь, ты никого не спасаешь. Я хотел сказать, что неужели в игре появился один нормальный персонаж мужского пола, но нет, его решили по-быстренькому слить, чтобы он тут не задерживался. Нет. 400 XP. Грим. I'll make them pay. The palace. I've got to get to the palace. Пойдем во дворец, значит. Я так подозреваю, что после такого мочилова должен быть костерок быть, наверное, где-то, не? Дедок единственный, пожалуй, нормальный здесь персонаж мужского пола был, который, ну, прям реально нормальный, что ли? Ну, короче, они такие, не-не, нам такое не надо. У нас, короче, тут феминистическая игра, так что вы это, хоть думайте вообще, что вы делаете. Вот. И взяли его по-быренькому слили. Вот так. Мне сюда надо. Тут просто дофигища лута. По крайней мере, этих тушек не освинцованных. Хочу ли я сюда? Надо, наверное, да. Давай, поехали. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. А мне туда? Мне казалось, их было больше. Или они со мной просто не хотят делиться лутом. Вот что я думаю. Hey, come on, there she is. Cut the line. Вот для чего там стена. Я думаю, для чего там стена? Я же добираюсь. Но нет, нифига. Ты ползти пока не хочешь, не? Я нажал, нажал, нажал. Кто? Кто это? Но он это видел, наверное. Grim, you stupid bastard. I'm so sorry, Roth. No, don't be sorry, Laura. Just make it count. We'll raise a glass to the old man when we get out of here. I'm going to try and get closer. Can you cover me again? Yeah.
I've got a clear sight with my rifle until the palace wall. Okay. Дайте угадаю, это прикрытие будет работать только в заставке. О, это было не перезаряжено. This is Conrad Roth of the Endurance. Do you copy? О, костер. Как раз то, что... Lara, did you hear that? A rescue helicopter is inbound. Да, они подходят. That's great news, Roth. Set up a signal. I'm going in for Sam and the others. But Lara, maybe I should... This isn't like the pilot, Roth. I got Sam and the others into this mess. I'm getting them out. Ну что ж, вытащим так вытащим. Давайте один навык мы куда-нибудь влепим. А, у нас же один навык, да, который мы... Я что-то забыл с прошлого раза. А вот 318 очков мы можем влепить. Так, на это нужно 14. Я бы, наверное, взял бы все-таки чок. Затвор, смена патронов, повышает скорострельность. Кстати, это нужно. Помогает стабилизировать оружие, уменьшить отдачу. Итак, ребятки, давайте, наверное, берем вот этот вот затвор. И, пожалуй, на этом мы сегодня закончим, потому что дошли до костра, сохранились, все хорошо. Спасибо, что были с нами. Увидимся в следующих сериях. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладышек. Всем покеда.